Мы находимся на съемочной площадке, где работают мастера игрового кино Виталий и Наталья Русаковы. Они снимают фильм, название которого «Сплетня». Очень интересно узнать, о чем фильм и кто в главных ролях. Насколько я знаю, у вас есть своя студия, и вы привыкли работать со своими детьми. Каково вам работать с посторонними актерами? Ну вот изначально очень как-то боялась ехать и работать с чужими детьми, потому что действительно привыкаешь к своим детям. Но вот эти дети меня просто поражают. Такие классные ребята, я сегодня получила вот кучу позитива. Виталий, чем вам интересен проект «Киноканикулы» и что вы возьмете на вооружение? Ну, проект «Киноканикулы» сам по себе интересен, потому что здесь собираются люди с разных студий, неважно, кино это или там видеоклипы и все прочее, мультипликация. И как бы обмениваемся опытом, видим, как работают другие, делимся своим опытом. Расскажи о своей роли. Ну, моя роль заключается в том, что, ну, мой персонаж Вова, он подслушал разговор у девочек и захотел рассказать его своим друзьям. Как тебе киноканикулы? На самом деле, мне киноканикулы очень нравятся, потому что тут интересно. Я узнаю много нового, информацию новую, как правильно играть, как правильно давать интервью. Расскажи, что тебе нравится на киноканикулах и что не нравится? Мне все нравится на киноканикулах, потому что я получил очень много удовольствия и, конечно, засняться. Девчонки, прикиньте, у Катьки Васильевой попугайчик умер. А она-то знает. Я сама слышала. Машка ее спрашивает, как у тебя попугайчика зовут? А она такая грустная. Попугайчик умер. Кошмар. Ничего себе. Может, он болел? Попугайчиков нужно каждый день кормить. А если один день корму не насыпешь? Все, смерть. Я как раз сегодня ничего не ела. Ну ты же не попугайчик. А, ну ладно. Блин, не накинул. Короче, ты же Катьку Васильеву знаешь? Так вот. Что делаете? Так вот, я же рассказываю. У Катьки Васильевой попугайчик крякнул. Как это? Ну как? Ну, крякнул, умер, ну сдох. А где она у нее жила? Кто? Как кто? Утка! Какая утка? Ты же сам сказал, у Катьки, Васьки утка крякнула и сдохла. А почему у Васьки? У Катьки? Ну, потому что Васильева. Значит, Васька. Понятно. За такое отношение к животным можно и в тюрьму загреметь. Какое отношение? Катька любит животных. Нифига себе любовь. Кот сдох! Она что, его до смерти любила? Какой кот? У нее утка померла! Откуда у Катьки утка? У них уток сроду не было. Отмучился Васька Василек. Вот такая короткая жизнь. Кто за Васька Василек? Да кот, говорю я вам, Васька зовут. Ой, звали, пока не помню. Да вы что, мальчишки, совсем что ли? Если уж на то пошло, то у Катьки попугай ласт завернул. Причем тут кот? И попугай тоже?
вот она и улетела. А зачем утки ласты заворачивать? Наверное, чтоб не уплыла. Я слышала, что в зоопарке птицам крылья подрезают, чтоб не улетели. Вот гады! Откуда у них утка? От стаи отбилась. Кто бы говорил, у самой все звери померли, а пацаны гады. У кого все звери померли? Вы что поели, мальчик? Вчера домашка у тебя спросила, как твоего попугайчика зовут? Катька, ты что ответила? Попугайчик Бумер! Попугайчик Бумер? А вы что подумали? Не, ну ты представляешь, я к нему всей душой, а он... Да ладно, не может быть! А ты точно знаешь? Ага. Я, конечно, никому не скажу. Могила. Ага, ладно, давай, пока. Вот это новость! А вы же еще не знаете!